Тюменском районе состоялось торжественное закрытие Всероссийского образовательного форума «Энергия-2050». В нем участвовали 60 студентов из 34 вузов страны. Форум организовал Тюменский государственный университет. Подробности далее. Лекции ученых, деловые игры, решение кейсов. На 4 дня студенты из 18 регионов погрузились в сферу энергетики и нефтегазового дела. Здесь участники Всероссийской олимпиады «Я профессионал». Запомнился мне этот форум очень многими знакомствами, очень интересными людьми, а также достаточно интересными лекциями. Этот форум собрал представителей множества сфер, которые включают в себя энергетическая отрасль. Это генерация электроэнергии из разных видов топлива, транспортировка, потребление и другие разные направления. Уже четвертый год организация форума для участников Олимпиады «Я профессионал» занимается Тюменский госуниверситет. И каждый раз специалисты привлекают крупнейших индустриальных партнеров. Сейчас это компании «Газпромнефть», «Прорыв», «Сбербанк России» и «Тюменьнефтегазпроект». Ребята очень четко отследили существующие тренды сейчас в нашей отрасли, увидели явные тренды в области закачки и утилизации углекислого газа и сформировали свои проекты на очень высоком уровне. Их судьба сейчас зависит от того, насколько, ну, грубо говоря, наша страна продемонстрирует им, что они не безразличны, что здесь не все равно, сколько они будут зарабатывать, куда они пойдут, будут ли работать по специальности, нужны ли они вообще здесь, а они нужны. Форум завершился. Лучшие участники получили сертификаты на обучение и прохождение практики в крупных индустриальных компаниях, а также возможность приехать на форум «Энергия-2050» в следующем году. Дарина Халина, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.